Начинается, пожалуй, центральный матч второго тура наших соревнований. На поле команды «Русал» и «Газпром Интернешнл». Обе команды идут пока без поражений в наших соревнованиях. «Русал» три матча выиграл в первом туре. Сегодня обыграл 5-2 «Гарант Энерго». И HSBC обыграл «Русал» со счетом 5-0. Так что 5 матчей, 5 побед. 0 ничьих, 0 поражений, 1000 ничей уже забито, пропущено совсем немного. До начала тура у команды равное количество очков, у «Газпром Интернешнл» было тогда их настоящему моменту остается 3 победы. Но по разнице забитых пропущенных «Газпром» был лучше. Так что вот личное противостояние двух команд лидеров общей турнирной таблицы и турнирной таблицы своего дивизион. Дивизиона номер один. Юра, лево! Юра, лево! Серый, еще шаг, лево! Главный вопрос лично у меня, сколько ли «Русал» достаточное количество сил для того, чтобы эффективно вести эту встречу. Потому что «Газпром Интернешнл» приехал свежим, ребята успели только размяться, силы не потратили, а «Русал» на поле 40 минут уже отпахал. Андрей, что там, кто разберет? Серый, обе команды действуют сейчас в привычной манере. «Русал» ждет возможности для контратаки, всем составом остается на своей половине поля, при этом стараясь слишком уж низко, глубоко не садиться. Но «Газпром Интернешнл» забрал мяч в атаке. Забрасывает мяч чужую штрафную, там Витушинский находился, но до него мяч не добирается. Добирается до него защитник. Под него, Санька, под него! Удар. «Газпром Интернешнл». Зачем угловой люди? Сели! Еще! Лена! Сейчас и приводит к опасной атаке, но пока не приводит к забитому мячу «Русалу». Назад! Леша! Чугин мяч тащит. Пас на центр. Носов готовился его выбирать. Оля! Оля! Джек, выключи!
Желтую карточку получает игрок. Логичное завершение скоро с орбиты. Возвращаться назад, подсказывает Русалу со скамейки. Пытается набрать скорость. Скорость не набрал. Я. Пипча, кто он это распахнул мяч. Защитника или голкипера сыграл. Удар был такой силы, что не получилось сразу увидеть. Все-таки палит. Штрафной Русал. Удар в стенке пришел. Двух человек там хватило, и теперь уже палит Русал. Очень последовательное решение судьи. Подталкивали. Арбитр задает достаточно жесткие рамки борьбы. Ну, точнее, рамки жесткие, а игра должна быть мягкой и аккуратной. 3-2 под нарушением правил. Русал 3, Газпром Интернешнл 2. Дар Пичугина. При счете 0-0.
Хорош. Второй тайм. В течение 10 следующих минут должен определиться победитель матча между Русалом и Газпромом Интернетом. Если же матч закончится в ничью, в принципе, это может устроить обе команды, тогда два золотых медали будет решаться в противостоянии с другими командами. Благо, очень много. Газпром Интернешнл сегодня еще будет играть против... Назад, сели! Сели! Ох, банк. Сели, у тебя игрок пошел. Только два матча сегодня у Газпрома. Сели еще! Сейчас второй будет с Тиньков. Сели! Давай, дай! Лицевую! Нет, там лицевую! А, такой Русал хороший пас. Сели, сели! Сели! Юра! Стой, внимательно, боя! Еще подсели! Больше индивидуальных игр мы видим. Нужно бить уже кому-нибудь, но пробить. Шанс для удара. Теперь будет ли контратака, господин? Второй попытки. Нет, не получается. И тут потери мяча. Но вот нервы пошли. Второго тайма Русал смотрится определенно лучше своих соперников. Газпром Интернешнл даже и опасных моментов не возникало. В этом матче можно сказать, что опыт встречается с молодостью и дерзостью. Пока в таком противостоянии ничего. Русал берет тайм-аут. Все равно, раньше даже вы говорите.
вернулись команды после перерыва. Русалу нужна пауза для такой интенсивности поединка. С учетом того, что два матча они провели, действовал на линии ворот. Но утешает, если не пропускает после такой потери. О, в мяч сыграно. Чисто в мяч. Достаточно агрессивный подкат, но игрок видел, что не причинит ущерба. Установлен для оказания помощи футболисту Русал. Три минуты до финального свистка. Все на поле, совсем все в порядке. Волейбольный вынос в исполнении вратаря Русал. Удар. Атаки. Четвертое нарушение у Русал. Отсюда, без мяча! Антон, не стой, блин, перед собой упрежу. Не доходит. Иди отсюда! Последняя минута будет чистой, что играть еще долго. Должен был начать отходить игру. Вот. 44-й номер «Газпром» за повторные споры с судьей.
52 секунды. Численное преимущество будет у Газпром Интернешнл в оставшееся время. Шире, Сережа, шире! Русал в очередной раз показывает, что это команда, которая умеет ждать своего момента. И теперь это умение нужно подтвердить забитым мячом. Получив мяч, Газпром Интернешнл решил время не тянуть, а пойти в атаку. Показывает, что не устраивает их ничья. Смотрим, на какие повороты судьбы. Вратарь тащит. Подбор Витушинского, 5 секунд остается. Не успевают нанести удары, 0-0, ничья боевая.